Международная правозащитная организация Human Rights Watch ратует за скорейшее освобождение из психушки балхашской активистки Зинаиды Мухортовой. Об этом сообщила исследователь организации по Центральной Азии Мира Ритман. Human Rights Watch призвала власть немедленно освободить Зинаиды Мухортовой в связи с тем, что к ней пришли домой медработники и полицейские, и в принудительном порядке недобровольно ее забрали и поместили в психиатрические больницы вне процессуальных норм, соблюдения процессуальных норм. Когда к ней хотел попасть ее адвокат, его не допустили туда. Представитель Human Rights Watch уверена, что для помещения Зинаиды Мухортовой туда не было никаких законных оснований. Во-первых, человек не должен сидеть сейчас в психиатрической больнице. И, во-вторых, тех лиц, которые ее посадили туда, то есть в принудительном порядке поместили ее туда, тоже должны быть наказаны каким-то образом. Зинаида Мухортова была доставлена в психиатрический диспансер города Балхаш 9 августа по указанию главного врача Рзбека Искакова. Городская прокуратура направила иск в суд с требованием признать эти действия законными. Зинаиду судили прямо в психлечебнице. Судья Майра Ибрагимова согласилась с прокурорами. Вести видеосъемку в зале суда она запретила. Вот редкие кадры любительской видеозаписи. Суд решил заявление исполняющего обязанности прокурора города Балхаш Кажасова Сулеймана Владимировича о принудительной госпитализации Мухортову Зинаиду Жумадаевну в психиатрический стационар удовлетворить. Направить Мухортову Зинаиду Жумадаевну 3 января 1957 года рождения на принудительное лечение в психиатрический стационар. Адвокат Зинаиды Мухортовой в ближайшее время собирается обжаловать постановление в апелляционном порядке.